Всем привет! И вы на канале Юлии Селезневой про ногти. Сегодня бы я хотела протестировать, посмотреть вот такие вот базы от фирмы Эльпаза. Они идут камуфлирующие, каучуковые. Посмотрим, как они будут в нанесении. И еще приобрела вот такую паутинку от фирмы Коди. Черного цвета, номер один. Тоже посмотрим, как она наносится. Итак, я взяла палитрочку. Сначала мы протестируем вот эту базу под номером 8. По густоте она не жидкая. Сейчас посмотрим в нанесении. Наносится очень мягко. Она идет с микрошиммером. Очень натуральный цвет. Сейчас просушим в лампе 30 секунд. База очень красивая. Камера не передает всей красоты. Думаю, можно будет использовать даже вместо цветного покрытия. Просто оставить нюдовый, блестящий. Так, посмотрим на палитрочку. Такой цвет. Так, возьмем базу под номером 7. Она идет нюдовая. Более розовая. Наносится тоже очень мягко. Тоже она не жидкая. Средней густоты. Думаю, в два слоя будет отлично. Сейчас я просушу. Итак, я просушила. Хочу нанести второй слой, чтобы он был более яркий и насыщенный. На типсах хоть базу очень красиво смотрится. Сейчас просушим. Чтобы протестировать паутинку Коди, и она камуфлирующую базу нанесла топ без липкого слоя от Golden Beauty. Самая моя любимая фирма. Топ у них очень классный. Для того, чтобы протестировать паутинку, я беру Dots. Беру палитру. Тянется паутинка хорошо. Как видите, она не рвется. Такая красота. Также паутинка еще можно рисовать
ровные четкие линии, очень удобно. Можно рисовать геометрию. В общем, паутинка от Коди просто супер. Итак, вот что у нас получилось. Как видите, можно рисовать быстро. Как создавать такие и ровные линии. Итак, всем спасибо за просмотры. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. И если вам будет что-то интересное, пишите под видео. Я обязательно протестю и посмотрю какие-нибудь материалы специально для вас. А эти каучуковые базы я испытаю в своем маникюре и расскажу, как они относились на ногтях. Большое всем спасибо. Всем пока. Можно ли по поводкам сразу найти что-то свое?